Вот строят ожидания. Вон еще остались деревянные подпорки, опорки. Но что самое интересное, раньше здесь это все было помещение. Здесь, так скажем, офисы были, люди работали. А сейчас это больше похоже на какой-то внутренний двор. Хотя вот это все, это обваленная крыша. Вон по центру кадра шкаф видно. И внутреннюю часть стен. Вот это только каркас, грубо говоря, остался. Внутри вот все рухнувшее. Вон металлические листы. Сверху видим, как здесь где-то в 2000-х новую крышу над этим корпусом ставили. Хотели, наверное, как-то спасти здание. Ну, наверное, как-то они его спасли. Здесь уже могло быть примерно как там. Ну, здесь видим, еще даже освещение более-менее сохранилось. Надписи. Разного содержания. Ну, видно, что, наверное, какие-то школьники писали. Ну, кстати, тут ходишь, и так чувствуется, что оно свистит под тобой, так что лучше не ходить. Особенно, если вы весите немало, то... Да, какая разница вообще, какой вес. И под голубя может провалиться. И надо аккуратно, бо оно тут все на честном слове держится. Вон видим кучу шкафов, тумбочек. Здесь они, наверное, сохранились. Все лекарства. Пол тоже с прогибом. Здесь тоже какой-то шкаф рухнувший. Ну и здесь шкафы рухнувшие. Ну вот это вот угловая комната. Такая, в принципе, мне кажется, самая козырная всех этих зданий. Здесь было, наверное, помещение шефа или начальника. Вот только здесь сохранилась вот такая надпись. Явно лепили перед заходом начальства.